Уважаемые жители нашего района, уважаемые коллеги, дорогие друзья, с 15 октября стартовала очередная всероссийская перепись населения. Она пройдет с переписчиком на переписных участках до 14 ноября. Либо анкету можно заполнить, отвечая на все вопросы в личном кабинете на портале госуслуг до 8 ноября. Пройти перепись населения должны все жители нашего района. Наш коллектив Управления пенсионного фонда прошел перепись населения полным составом. Я лично прошла перепись на портале госуслуг и получила QR-код. И призываю каждого из вас стать одним из тех, кто внесет большой вклад в общее дело.